Приветик, ребята! Привет! Мы приехали сегодня на речку и будем кататься на надувных лодках, которые мы возьмем на прокат. Вот такие там желтые лодки. Сколько их там? Сотни. И мы будем плыть по реке и будем наслаждаться тепленьким солнышком калифорнийским. Нам он дадут там жилетики такие. И мы будем плыть целый день, будем по реке плыть. Хватит кушать донаты. Давид, ты съел свой донат? От сладкоежки. Мама, ты готова to have fun? Я готова. Будем, я переживаю чуть-чуть. Будем сейчас под... мы возьмем лодочку небольшую и поплывем. Так, все взяли лодку и понесли к водичке. Там нам дали жилетики. Давид, тяжелая лодка? Нет. А? Нет. Тебе не тяжело? Так, вот мы взяли нашу лодочку. И уже все устали ее нести. Да. Но нам идти еще до воды надо далеко. Мне так кажется, что... 10 шагов прошли. Так что все... Что? Только 10 шагов прошли и уже устали. Уже тогда 10 шагов прошли, уже все валяются, устали. Но нам предстоит большой путь еще. Так что повставали и понесли лодочку быстро. Быстро, давай. Левой, правой, левой, правой. Все понесли. Давид, мышцы качай свои. Давай, мужичок, хрустик. Посмотрите, какой он сильный. Давид силач. Ангелина? Слабач. Ангелина слабач. Такого слова нету. Но у Ангелины все есть. А так, кто? Все, мама вообще у нас мускулистая. Дохлик. Да. Все, идем к водичке, ищем водичку. Вы чё, курицы, нести лодку не можете? Я не понял. Мы не можем. Нам ещё идти вон до воды сколько? Ты видишь, а что ты делаешь? Давай, взяли все. У нас высыпется мусор весь, Давид. Всё. Чё вы такие слабые, я не понял. Я не слабый. Давай, взяли все лодку. Мышцы, как у курицы коленка, знаешь, как тяжело. Вон мы только с Давидом можем нести, да, Давид? Не прыгай, пожалуйста, может сейчас... Мы иншуринс взяли на лодку, так что можешь даже давай, дырки в ней делать. Пошлите. Все, пошли. Пошли. А я где беру? Вот там. О, вы без меня можете нести, класс. Но. Все, мама, нам легче, мы с этой стороны держим. На них весь груз. Ну как вам? Так, вот наконец-то мы пришли к воде. Руки вон просто уже все мозоли натерли трусятся. Себе. Ангелина устала? На воде. Вот такая речка тут. Холодная. Люди. Холодная вода? Ага. Сейчас потрогаем. О, точно холодная, я не купаюсь. Так, сейчас мы одеваем жилетики и вперед. Вон там рыбаки ловят рыбу. Интересно, они что-то словили или нет. И сегодня будет самый грандиозный заплыв. Да, рейс будет сегодня. Мы всех должны вот этих людей обогнать. И тогда нам никакой прайс не дадут. Все, готовы? Давайте, жилетики. А Давид, все, ему купаться и все. В ледяной воде ему все равно. Они там грязь. Давид, ты будешь купаться? Да. Ну да, конечно, Давид будет купаться. Ему хоть и на Аляске. Ангелина будет купаться в ледяной воде? Нет? Я буду. Сейчас нагреется. Ну все, Давид уже поплыл. Помнишь, Бунтики, пиявка? Помнишь? Пиявка, окей. Помнишь, Ангелина? Да. Там они плывут. Кто там плывет? Пиявки? Ну смотри, она сейчас тебе как прилепится к ноге. И будет кровь свою пить. А ты боишься пиявок? Что их боятся? Так, ну что, поплыли, жилеты одели. Да, да, да. Папа жилет одел. Все, теперь можно плыть.
Мама готова? Я готова. Ты думаешь, тебя этот жилет спасет? Наверное. Я тонуть не собираюсь. Ну да, тут, конечно, речушка не такая. Утонем. Не ахти. Ну поплыли, поплыли. Все. Давай. Давай. Отплываем, отчаливаем. Давай шампанское доставай, будем разбивать об борт. Давид, не снимай. Так, вот мы плывем по речке. Уже все устали гребсти. Мы просто отдыхаем. Ангелинке чуть-чуть было страшно в начале, но сейчас она уже расслабилась. А Давиду нравится. Тут да, Давид? Берега не видно. Как это не берег видно? Там берега? Вообще вот так берег. Далеко просто. О, 100 приехали? Миль. А? Да, там было такое сильное течение, а сейчас уже такое слабенькое. Мы расслабились и просто отдыхаем. Давид, как тебе нравится тут? Да. Прикольно на речечке? Да. Не жарко еще? Дочь, я ну хоть чуть-чуть нравится? Да. Да, окей. Мама, что ты? Классно, я любуюсь. Впитываешь красоту? Я любуюсь, да. Вот такая вот красота тут везде. Ладно, не упусти телефон в воду. Набло чехол, водонепроницаемый взять. Да? Вот у нас такая тут лодка небольшая. Там у нас еда, колонка для музыки. Сейчас будем включать чипсы. Водичка, все есть, мы готовы отдыхать. Аж до 6 часов. Аж до 6 часов будем отдыхать, да, Давид? Так, на нас тут летит лодка. Сейчас нас волны перевернут нас сейчас тут. Воу! А это знаешь, это эти, которые спасают? А, спасатели? Да, эти, Coast Guard или как это? Смотри, сейчас волны будут большие. О, смотри, бежит волна. Держитесь. Держитесь. Раз. Чипсы прячем. Вот она. Все, вот она. Готовьтесь, ребята. Цунами. Нам лодка сделала волны. У-ху. Во, все, поплыли. Ой. О. А когда на море качка. Давид, а что ты залез в лодку, а? Он держится, его сейчас снесет. Хрустика сейчас унесет. Шторм на борте. Я думал, сильнее будут волны. Да, Ангелина, даже не страшно? Ерунда. Вообще. Папа. Мы остановились, привет. У нас перерыв. Перерыв, перекус. Пап, смотри. Передых. Головастики. На необитаемом острове. Что вы нашли? Головастики. Ой, точно, это головастики. Там, ух ты, да это рыбки маленькие. Да? Это пиявки. А похоже на головастиков. Ух, слишком много там их. Вау. Смотри, давайте их зажарим. Ты поймал? Нет. Ни одну не поймал. Как тут красиво. Вау. А смотри, вон дерево какое там валяется. А тут как пляж каменный. И никого нет, мы здесь одни, как на обитаемом острове. Это проплывает. Я также потронула одного. Я тоже уже. Да? Как они на ощупь? Они какие-то острые. Острые? Да. Они маленькие, мягенькие рыбки. Ой, два паука. Пауки? Где пауки? Вон уже один остался. В мире животных передачу. Где? Вот эти. Чесночек не бей. А, вот он. Какой красивенький паучок. Фу, я не боюсь. Я тоже не боюсь. Я нет. Вау, кто к нам пришел? Посмотрите. Ниоткуда не возьмись, появились гуси, то ли утки. Кто это? Они все на нас шипят. Не укусят? Не подходите близко, могут укусить. Атакуют, они шипят на нас, посмотри. Вот особенно вот это, наверное, вожак. Куда пошел? Я тебя тут тащат, смотри, смотри. Они сейчас нашу лодку украдут. Банда на нас. Бьют наших, бьют наших. Давай, веслом их. Мы вам покажу. Они сейчас наши чипсы сидят. Они такие, все, пошли отсюда, ноги уносим. А что, они шипели? Да, там вот такие. Они видели, я прибежал на помощь. Смотри, какой камушек папа нашел. Ой, какой красивый, белый.
папа наш, рыцарь, прибежал спасить Аполлон, Аполлон. Я вам покажу утки. Так. Смотрите, какие уточки маленькие. Маленькие утки. А где их мне мама? Смотри, текают, текают. Смотри, смотри, смешно. Смотри, как быстро они. А, вон мама ныряет, она, наверное, им кушать ищет. Да. Смотри, нету мамы, она нырнула. И как они быстро плавают. А вон мама вынырнула. Опять нырнула. Прикольно. Классненькие уточки. Прям целая живая природа тут у нас. Ага. То гуси, то утки. Что такое я нашла? Камушки красивые ищем. Смотрите, какой домик вон там классный. Вот люди живут на речке. Вообще прикольно. Трехэтажный такой, да? Ну как вам прогулочка? Хорошо. Уже чуть-чуть жарко встает. Скоро остановимся на обеденный перерыв. Может чуть-чуть покупаемся чуть-чуть? Да. Да, ну обязательно. Папочка волны. О, сейчас будут большие волны. О-о. Ты не любишь большие волны? А что, тебе чуть-чуть страшно? Да, ну что, вода сюда. О, смотри, там картины на камушке. Точно, когда разрисовал камушки, пап, смотри. Сейчас мне надо в эту сторону развернуться. А, точно. Глаз там что-то нарисовали, да? Во, смотрите, там большие сейчас волны будут. Так, у нас еще одна остановочка. Мы будем сейчас кушать фруктик, набираться витаминами. У нас там был только что нелегкий путь. Там были такие волны сильные. Сейчас мы приблизим. Чуть вот авария там не случилась. У тебя мы чуть ли не перевернулись. Упал. Да, у меня шлепок упал. Не обошлось без слез. Да, Ангелина? Чуть-чуть было страшно? Ты думала, мы перевернемся? Угу. У нас в лодку налилась вода. Сейчас сушим вещи и отдыхаем. Мы на таком маленьком островке. Давидка, иди черешеньку кушать. Черешеньку будешь кушать? Ангела, майн смокула. Кустарники проплыли. О-о, о-о. Мы, смотрите, куда мы плывем. Гребсти надо. Наклоняемся. Кепка. Упала. Все нормально. Все на борту. Еще, окей. Выключаем связь. Надо гребсти. Приплыл. Уточки нас атакуют. Ты хлебчик хочешь? Хлебчик. Дай мне хлеб. Пап, дай мне хлеб. На, хлебушек, кидай уточкам. Сейчас съем. Давай, кидай уточкам. Сейчас. Да ты не сам кушай, а уточкам давай. Ты же не уточка. Нам еще хлебочек дай. Что, они дерутся за хлеб? Ого! Они так разговаривают. Ого-го. Слышишь, кто-то говорит? Ого-го. Это вожак, наверное. Он говорит, ого-го, еще давай. Сейчас, смотрите, сейчас за ногу как цапнет. Они голодные. Нате еще вам. Пополам с Ангелинкой. Уточка, давай. Ого-го. Миша. Уточка. Га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Давай, Давид, корми уточек. Ого-го. Да не сам кушай. Давид как уточка кушает хлеб. Ого-го.
Давид, ты что, голодный уже? Да, мы скоро остановимся кушать тоже. Классные такие, красивые, о, да? О, я ему в рот попала. А это вообще не уточки, да? Смотри, это смотри, это смотри. Гуси. Смотри, это вот у меня сборище. Мама, ты что, в них кидаешь? Ну, смотри, На. Прям трансформер. Она в них просто кидает. Смотри, а. Смотри, он может за руку цапнуть, вы нет, с руки не кормите. Отцовский. Еще дай ему. Смотри, смотри, ушипнул. Ушипнул за кусок хлеба. Дерутся, да? На, ты бедненькая. Ой, бейба, надо их отсюда погнать, сейчас драка будет. Разборки. Сейчас нас тут замочат. Разборки, все, все, тикаем отсюда, Влад. Они переругались между собой. Все, тикаем, тикаем. Все, закончился хлеб. Папа, я уже хочу. Что? Ты плывешь? И куда ты нас ведешь? Смотрите, там башня такая какая-то. Маятник какой-то. На речке. Давид, куда мы плывем, ты мне скажи. Ты что-то рулишь тут куда-то, непонятно. А? А, не знаю, такая речка сейчас спокойненькая. Ветерок чуть-чуть дует. Красота просто. Можно вообще поспать лечь. Так, ну вот мы и приплыли к нашему месту назначения. Устали, нагреблись. Нагреблись, подгорели, поджарили. Вот, сгорели уже, не то слово. Там вот уже собирают наши лодки. И сейчас мы будем кушать. Мы поедем где-то покушаем. Мы перекусили чуть-чуть по дороге. Пора и покушать. Да? Да. Окей. Пока, пока, ребята. Так, это наш автобус, который будет нас везти. О, уже сигналят нам. Нас повезет обратно к машине. А долго туда идти? Ну не знаю, мы плыли долго. Посмотрим, сколько нам надо ехать. Ребята, вот мы и едем обратно. Ну как, вам понравилось на лодочке кататься? Да. Давид, что ты хочешь сказать? Были там сильно большие волны. Сильно большие были волны? Ну, там пару мест было, где большие волны. А маме понравилось? Да, мама устала. Дорога домой после такого дня.